Так, всем здрасте. Покупаем билетик. Очень просто. Наверное, не работает. Во. Русский язык можно выбрать. Мне нужен одноразовый. Количество двух. 70 гривен. Оплата. Без счет фактуры, банковской картой, распечатать квитанции. Так, карточку, код. Привет, друзья! Данная информация о том, как не переплачивать за проезд в Венгрии. Если вы пользуетесь поездами, электричками, переезжаете с одного города в другой, то это полезная информация именно для вас. Значит, для упрощения, чтобы не покупать билеты на месте, там на ЖД-кассах, заходим в Play Market, качаем специальное приложение, называется оно Mav Start, по-моему, сейчас. Вот так. Mav Start. Качаем его, скачиваем, ну, у меня оно уже есть. Открываем. Проходим небольшую регистрацию. Registration. Здесь указываем свой email, вводим пароль, обязательно должна быть и большая буква, и маленькая, и цифры, и знаки в пароле. Имя, фамилия, все, accept, тут делаем так, все принимаем. Короче, это увидите, разберетесь. Я так уже зарегистрирован, просто войду сюда. Вот. И здесь мы выбираем путь направления, ну скажем, Будапешт-Дели, я буду отсюда ехать в Тюрекбален, допустим, это зона карантина на данный момент. Так, все, ищу билеты там, ну дату выбрать, все, и вон, билеты по 310 форинтов.